А теперь к новостям спорта. В Славянске на Кубани на этой неделе прошла 8-я спартакиада учащихся Кубани по настольному теннису среди мальчиков и девочек 2002-2004 годов рождения, посвященная 80-летию образования Краснодарского края. С лучшими представителями теннисного спорта в крае пообщались наши корреспонденты. Славянский район был выбран для проведения краевых соревнований не случайно. Наши спортивные комплексы и школы обеспечены хорошей материально-технической базой. А благодаря стараниям опытных тренеров, славянцы завоевывают призовые места не только на краевых, но и на международных соревнованиях. В спартакиаде учащихся приняли участие юные теннисисты из 20 районов Краснодарского края. Эти соревнования как ступень для отбора в финальные игры Всероссийской спартакиады учащихся. Мы приехали с боевым настроем, приехали за победой. До этих соревнований мы усердно тренировались, каждый день были тренировки. И потом мы очень рады принимать в краевой спартакиаде. Мы посеяны первые по рейтингу. Победители команда едет на Всероссийскую спартакиаду, где играют более сильнейшие взрослые. Для Славянской школы настольного тенниса соревнования прошли успешно. По итогам спартакиады команда мальчиков заняла первое место. Девочкам повезло меньше. Они не попали даже в тройку. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».